Здравствуйте, уважаемые слушатели. Тема предстоящего геовебинара, который я буду проводить, называется «Методы наземной низкочастотной электроразведки при решении рудных задач». В своем докладе я обобщаю результаты, опыт компании, сервисной геофизической компании «Северо-Запад» из города Москвы, такой примерно 20-летний, работы по поиску, оценке месторождений твердых полезных ископаемых. Значит, коротко будут рассмотрены те методы, которые мы применяем, значит, технологии измерений, возможности этих методов, то есть глубинность их, разрешающая способность, какие геологические задачи мы можем решить с помощью этих методов, а также какие существуют проблемы, как связанные с непосредственно измерениями, так с обработкой и с интерпретацией электроразведочных результатов. Но наибольшее внимание будет уделено методу вызванной поляризации, как, в общем, ведущему электроразведочному методу на руду, а также магнитно-теоретическим зондированием и глубинной модификации электротомографии. Отдельно я уделю небольшое время новой аппаратуре, которая разработана в компании «Северо-Запад». Это аппаратура для магнитно-теоретических зондирований и для малоглубинной электроразведки, типа метода ВЭС, вызванной поляризации, в таком малоглубинном варианте. До встречи, спасибо за внимание.